день. В эфире программа «Дневной разворот». Вас приветствует ведущая Анна Лапшина. И Владимир Сметанин. Сегодня мы говорим о событии, грандиозном событии, которое состоялось в минувшие выходные. В самом южном городе нашего региона, в Вятских Полянах, прошел, только представьте себе, международный фестиваль «Шляп Поля Мира 2018», собравший огромное количество гостей, очень яркое событие. И мы сегодня будем говорить об итогах этого мероприятия, в первую очередь с его организаторами. В нашей студии они находятся сейчас, и мы их представляем. Валерий Смолюк, директор группы компании «Метелица», и Олег Уваров, президент ассоциации «Наследие», директор компании «Метелица Тур». Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас. Можно поздравить? Да, с тем, что вам удалось реализовать, все-таки воплотить в жизнь эту идею. Мы фестиваль, я напомню, анонсировали в нашем эфире, и вы регулярно, слава богу, к нам приезжаете и делитесь сделанным. Так вот сейчас, конечно, вот такая-то огромная такая масса вот событийная прям свалилась, и можно говорить. Ну, давайте постараемся как-то вот дробить на какие-то мелкие детали. Давайте начнем вот с той новости, вы ее прокомментируете, которая облетела все, по-моему, кировские СМИ. Это шляпа большая. Гигантская шляпа сделанная, да, параметры ее указаны. Там 2 метра, длина окружности полей более 13 метров, и все это сейчас претендует на то, чтобы стать частью книги рекордов России. Все верно. Вот да, комментируйте. Все верно. Большое спасибо. Это Олег Уваров. За поддержку нашего проекта, радиостанции «Эхо Москвы». И, конечно же, шляпа. Вот первое, что я хочу сказать, это мнение гостей, серьезных, солидных, которые приехали из Москвы. И в ноябре месяце у нас проходил большой оргкомитет с московскими друзьями, с компанией «Дамский шик», с Ольгой Маховой, которая разбирается в шляпной моде. И когда она приехала в Вятские Поляны и увидела эту шляпу в итоге с размерами, она сказала: «Ребята, я вот честно до последнего не верила, что она все-таки будет». Она здесь, и она действительно гигантская, и она достойна попасть в книгу рекордов. Она ведь не абы из чего, она там не из бумаги. Да, она... Давайте слушателям поясним, кто фотографии не видел, да. Что это? Она это... из реального шляпного материала. Да, из войлока, из фетра? Это цилиндр, да. И мы использовали 60 метров настоящего войлока. Его специально красили в кукмаре от Республики Татарстан в наши фирменные цвета. Были использованы войлочные звезды, которые каждый из желающих во время этого массового флешмоба мог закрепить на эту шляпу. Более 30 мастеров сшивали, верстали эту шляпу, делали логотипы. И за 3 практически часа на административной площади города появилось вот это чудо. Действительно, 13-метровая в окружности шляпа, цилиндр, которая уже 5 августа проехала в рамках шествия шляпного по улицам города Вятские Поляны. Я смотрел видеоролик, она была на такой платформе, да, на прицепе, а провозил эту шляпу легендарный автомобиль, на котором вы уже неоднократно в экспедицию «Хэтмастер» отправлялись. И наверняка еще отправитесь. Об этом мы чуть позже поговорим. Валерий, присоединяйтесь к нам. Ну да, как бы это большое событие было. И самое главное, что к этому событию прикоснулись все горожане. То есть мастера начали, а потом уже, так сказать, люди начали как бы присоединяться и сами где-то, так сказать, стежки делали, так сказать, и свои какие-то элементы к этой шляпе присоединяли. А, слушайте, у вас такое еще объединяющее, получается, начало, да, в этой шляпе, конечно, да? То есть, конечно, все жители города приложили так или иначе руку, ну или многие из них. Ну, для нас, на самом деле, было важно, чтобы жители приобщились к этому мероприятию, чтобы они чувствовали гордость, что они к этой шляпе, так сказать, вот свои ручки приложили. И на самом деле на автомобиле, сказать, мы повезли эту шляпу по городу, это шествие было, и когда впереди шествие шляпа огромная, сделана своими руками, вот, ну, наверное, сказать, это вызывает у людей такую большую радость, так сказать, праздник, наверное. Я запомнил картину, когда это происходило на административной площади, ребенок, девочка лет 7, стучала головой маме в спину и ревела, и говорит: «Мама, дай мне иголку, я хочу тоже шить эту шляпу». Что с этой шляпой сейчас? Где она? Когда будет отправлена заявка в Книгу рекордов России? Заявку мы получили в конце прошлого года. Мы практически все параметры уже смогли, значит, соблюсти. Угу. Остался один критерий, чтобы попасть в Книгу рекордов, это ее вес. Но вы понимаете, что она огромная, и у нас возникла проблема, да, выяснить, сколько же она весит. Те весы, которые могут эту шляпу взвесить. Мы их нашли в итоге, и сейчас она как раз готовится к взвешиванию. Но с ней было несколько удивительных моментов. Мы ее 3 августа оставили на площади, а 4 августа прошел
проливной дождь. И вес, соответственно, увеличился. И случилось так, что 5 числа буквально за 30 минут до начала шествия у нас эта шляпа провалилась. То есть мы проезжаем около площади и видим, что наша шляпа с двух краев практически провалилась внутрь. Ну, напиталась влагой, соответственно. Да. Ну, наверное, не напиталась, мы же закрывали ее, так сказать, от дождя. Вот, и там вот это... Ну, от влажности. Влажность-то все чехол, равно, наверное. Намок, да? Чехол. Чехол. Накопилась, да, чаша с водой сверху, и вот она завалила нашу шляпу, и в течение 30 минут нам ее пришлось очень оперативно, быстро приводить в исходное состояние. И 5 числа она еще получила порцию влаги в войлок, и сейчас мы, в общем-то, готовим ее к взвешиванию, но предварительно ее надо, конечно, просушить. А взвешивание момент, он обязательный, да? Да, это обязательное условие, это все фиксируется, фото-видео, фиксация, и после этого отправляются уже все вот эти данные, показатели в Книгу рекордов. Ну, когда в ближайшие дни вы собираетесь все-таки? Да, мы все на этой неделе это сделаем. А ответ они когда должны дать? В какие сроки? Непонятно пока, я, да? Да, я думаю, что это должно произойти достаточно быстро, потому что они ждут наш рекорд. Ну и, конечно, вся Кировская область, и не только Кировская, но и вся Россия, и ближнее зарубежье тоже ждет все-таки итог, будет ли наша шляпа в Книге рекордов. Но я уверен почему-то, что она там появится. Давайте сейчас перейдем к числу гостей, которые побывали на этом празднике. Что делали, чем занимались? Тоже здесь впечатляющие, да? Получились, да, вот... цифры. В этом году праздник длился 3 дня, то есть с 3 по 5 августа, 3 мы сделали шляпу, 4 мы сделали мастер-шоу в Дворце культуры Победа, и 5 числа это было, конечно же, фееричное, масштабное, яркое шествие по улицам города, и у меня было ощущение, что это просто живая река, которая вместе с шествием двигалась в старую часть города. Страшно было даже представить, сможет ли вот историческая часть города вместить количество желающих поучаствовать в этом празднике. Но все оказалось благополучно, людей было действительно очень много. По моим ощущениям, это было от 10 до 15 тысяч человек. Вот я шел вот в этом шествии вместе с Олегом. Вы, кстати, тоже в шляпах были. Ну, там, конечно, там в основном люди в шляпах были тоже. Да, тоже, да. Фестиваль шляпный. Олег Николаевич мне говорит, я, говорит, вот сейчас почувствовал ту энергетику, про которую ты мне говорил раньше, потому что я в прошлом году был в шествии и, так сказать, вот ходил к одной группе людей, к другой. Вот. А он был, ну, в группе организаторов, он как бы ждал, когда шествие придет. И вот нынче он говорит, я, говорит, чувствую, это такая энергетика, это так классно. Вот, когда ты видишь эмоции людей, которые тебя встречают, радуются. Вот, я говорю, ну вот видишь, это сам, значит, не зря. Да, показалось, что весь город вышел на улицы, чтобы это шествие встретить, проводить, сделать фотографии. Ну, люди же не просто шли, они... В карнавальных костюмах были, насколько, конечно, я понимаю, конечно, да? Танцевали, нарядные, да, выходили, это головные уборы у всех были, да. Да, то есть режиссеры наши заслуженные, работники культуры Российской Федерации, Суворовы, Чита, они готовили это шествие заранее, то есть прописывался сценарный план, были остановки, были танцы, был наш оркестр легендарный. Что касается друзей из не местных, откуда приехали, сколько было? В этом году было очень много гостей. То есть, во-первых, люди были незнакомы. Очень много в городе незнакомых лиц, которые приезжали либо к своим знакомым, но специально под фестиваль, чтобы в нем поучаствовать. И огромное количество гостей приехали. И приехали участники очень из разных регионов России, начиная от Тюмени, заканчивая Москвой, Западом. И вот та красота, которая творилась и происходила, и видно было в течение 3 дней, она случилась благодаря мастерам, которые поверили в наш фестиваль и в течение года готовили свои коллекции для показа и 4 августа, и 5 августа. Это мастера были тоже из разных совершенно регионов? Абсолютно из разных регионов. То есть было 17 представлено коллекций 4 августа. Это абсолютно разные, да, дворцы культуры. Это разноплановая коллекция. Тем это и было интересней. Вот. Ну и, конечно, очень много гостей было из Москвы. Можно акцентировать внимание на VIP-гостях, которых мы пригласили. И среди них были такие уникальные личности, как Геннадий Васильевич Шаталов, это председатель и учредитель национальной премии Russian Event Awards в области событийного туризма. Который был неоднократно в нашей студии тоже, да. Да, и нужно отметить, что в начале августа фестивальных событийных мероприятий в России огромное множество. Но
нам приятно, что он выбрал именно наш фестиваль. И целых 3 дня он провел в Вятских Полянах, анализируя, знакомясь с участниками, с фестивалем и погружаясь в эту атмосферу драйва и красоты, и ярких красок. Ну, я так понимаю, что вот организаторы как раз премии этой туристической событийной, они пытаются, стараются выезжать как раз вот на те мероприятия, которые себя зарекомендовали. А фестиваль «Шляп», я, если не ошибаюсь, уже занимал какое-то призовое место, да, отмечали вас. В рамках «Russia Event Awards»? Да, в рамках туристических. Ну, можно и так сказать. Да. Есть уже какие-то как бы призы, награды, как бы уже отметили это событие. Но вот Геннадий Васильевич сказал одну такую штуку. Я, говорит, уже много чего в жизни прошел, много чего видал, вот, но самое главное, у меня уже вот щелкает интуиция, вот, что как бы пойдет, что интересно, что нужно людям, а что нет. И у меня, говорит, уже та репутация, которая мной, так сказать, вот, накоплена, она говорит о том, что я часто, значит, обращаю на те вот, события, которые мою репутацию, так сказать, точно только поднимут, mm-hmm. поддержат, так сказать, нежели чем, так сказать, как-то на нее повлияет там, в другом смысле. Поэтому он верит очень в это событие и, конечно, надеется на его продолжение. Ну, вообще, это здорово, что мероприятие крупного такого формата, да, проходит не в областном центре. Я считаю, что это правильно, когда в разных городах, разных там, регионов России проходят крупные мероприятия, на которые приезжают гости из разных регионов и даже зарубежных стран. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся. Напоминаю, в студии нашей Валерии Смолюк и Олег Уваров. Мы говорим о фестивале «Шляп» в Вятских Полянах. Продолжаем нашу программу. Давайте немножко поподробнее. Да, мы упомянули Геннадия Шаталова. А, не знаю, такой деловой разговор с ним состоялся. Вот планы обсуждения на будущее. Ведь мы прекрасно понимаем, что событийный туризм — это та самая точка опоры, за счет которой можно, ну, раскрутить, да, в хорошем смысле, местность конкретную. И для Вятских Полян это, по-моему, история очень выигрышная. Обсуждали, Олег? Да, конечно. Мне кажется, как раз это один из ключевых смыслов фестиваля — развития событийного туризма и в целом туризма въездного, внутреннего на территории таких малых городов, как Вятские Поляны. Потому что каких-то традиционно сформировавшихся точек притяжения для туристов в таких маленьких городах, как правило, нет. Тем более они находятся далеко от федеральных трасс, далеко от крупных городов. И событийный туризм – это решение для внутреннего туризма, для привлечения туристов. Фишка такая, фишка, своя, да? Да, уникальная фишка. И, в общем-то, вот на этой шляпной теме мы в этот раз, в этом фестивале почувствовали, что имеет очень серьезный резонанс фестиваль, и туристы едут. Едут просто туристы, едут участники, едут мастера. Нужно сказать, я думаю, что мы можем этим похвастаться, что в этом году к нам приехал Игорь Иванович Шевченко, это генеральный директор компании «Кордон» и основатель выставки «Шапо» в Москве, которая mm-hmm. проходит уже 16 или 17 лет в Гостином дворе. А, это самая, наверное, крупная выставка головных уборов да. в России, да? Да, все верно. Он с нами был в течение 3 дней, участвовал во всех мероприятиях, и мы получили положительные отзывы и были приглашены на выставку «Шапо». Это своего рода мост и культурный, и деловой, который сегодня объединяет Москву, Вятские Поляны и даже город Кассат во Франции, потому что идейным вдохновителем этого фестиваля была Наталья Борисова, которая сегодня является официальным представителем фестиваля «Шапо». Которая тоже была в эти выходные, угу. да? Да, конечно, она была угу. в Полянах, и она курировала наш фестиваль этого года в течение всего 2018 года. Поэтому, ну вот, VIP-гостей таких звездных у нас было очень много. Угу. Валерий, я смотрю, добавить что-то хочет, да. Да нет, это самое, я хотел просто поддержать, что вот реально, когда проходило мероприятие, мы, ну, знали, сколько там приглашенных людей, да, угу. вот, но когда мы встречали в городе, узнавали от знакомых, что приехал человек, это ты, да? Потом узнавали знакомых, которые много лет не видели, а они приехали именно в наш город, именно на это мероприятие, как-то приурочили все для того, чтобы повидаться с близкими. Ну, или подстроили планы да, свои, да, да так да. скорректировали. Поэтому очень много было людей, которые не живут в городе Вятские Поляны, а приехали специально на это мероприятие. Это была и Канада, и Швеция, и другие страны. А кто это было? Это были русскоговорящие. Ага. Собственно, за счет чего статус-то? Международный этого фестиваля, как да? Как они
собрались-то вообще? То есть это вот уроженцы Вятских полян или это люди, которые просто про фестиваль уж прочитали, узнали откуда-то и приехали? К нам подходили местные жители, говорили, что вот у нас друзья из Канады приехали, хотят посмотреть на фестиваль, с вами познакомиться, сделать фотографии. А статус международного фестиваля мы имеем, потому что у нас очень интересное жюри, среди которых представители и Республики Беларусь, и в том году представители Латвии были, и Казахстана. Вот. И среди участников это и Казахстан, и Латвия, и Республика Беларусь. Вот. Это нам сегодня обеспечивает статус международного фестиваля. И этим летом, будучи в Касаде, мы музей шляп возили, уже будучи участниками, на фестиваль во Францию. Часть экспозиции, да? Да, и представляли часть экспозиции, рассказывая музеям. Мы увидели, почувствовали отклик от участников разных стран, которые готовы на будущий год, в следующий раз приехать к нам в Вятские поляны и поучаствовать в фестивале. Об этом заявили представители Австралии, Франции, ну, еще нескольких стран. Ой, это же, наверное, сложно. Как-то по линии тип представительств нужно договариваться. Нет, ну подожди, нет, мне кажется, что визы же получаются в Россию. Да, они получают визу и едут к нам. Без каких-либо согласований там с вышестоящими ведомствами. Нет, ну они, конечно же, могут предложить, я так думаю, ну, практика, наверное, такая же, как с получением шенгенской визы. То есть они могут приложить приглашение от организаторов, да, что они едут вот на такое-то мероприятие. Ну, наверное, точно так же, как делаем мы, они должны показать, где они будут жить, да, все это время. Вот эти вот вещи, а в остальном-то... Давайте о конкурсной составляющей еще поговорим фестиваля. В чем она заключалась? Давайте еще раз расскажем. За что боролись? Кто принимал участие? В этом году конкурсную составляющую мы расширили. У нас было два абсолютно разных конкурса. Первый конкурс, конкурс головного убора, он проходил в музее шляп. Он был заочный. То есть любой желающий из разных уголков России и зарубежья мог послать свою шляпу с описанием и выставить на конкурс. Было, да, она должна номинаций. Была быть вот прямо в натуральном виде шляпы или это могла быть фотография? Нет, это именно настоящее изделие с описанием. Мы их экспонировали за неделю до начала фестиваля. И 4 числа утром экспертные члены жюри в течение 2 часов подводили итоги, выбирали лучшие головные уборы в каждой из номинаций. Ой, слушайте, это так интересно, как они выбирали. То есть они оценивали по внешнему виду, или, может быть, они примеряли, смотрели, там, удобно в этой шляпе. Существуют определенные критерии, они прописаны в положении. Есть разные номинации, например, номинация «Мундиаль». То есть, это какой-то головной убор, связанный с чемпионатом. Футбольная, да? Тема, да, тоже присутствовала. Да, это «Невеста» был такой вот, волшебная шляпа, «Шляпа страны чудес», номинация «Поля мира». И в каждой заявленной номинации были свои критерии к головному убору. Было представлено более 60 головных уборов на суд экспертов и членов жюри. Вот. А основная, конечно, борьба развернулась 4 августа. Подождите, а кто вот в заочной этой части там победители определялись, что они получили? Они получили денежные призы, грамоты, ну и памятные подарки. Ну и непосредственно очная, так сказать, часть, Валерий. Да, и основная, конечно. Да. Присоединитесь. Я думаю, это самое. Вот, очная часть, так сказать, она вот самая такая сложная, наверное, когда реально эксперты увидят такое количество шляп. Вот, мне кажется, глаза разбегаются просто. На головах момент. Моделей, да, которые выходили. Народных моделей, да. Именно города Вятские поля. Это обычные жители. Вот, да, это в течение там, вот, там, 3 часов. И понятно, что меняется. То есть одна картинка, затем другая картинка. И несмотря там на их высокое качество, так сказать, вот, экспертов, вот, они, так сказать, в растерянности. Как же все-таки определить, так сказать, кто же, так сказать, должен стать первым, кто вторым, кто третьим. Особенно если ребенок выходит, это же. Как это из же этого количества, да, красоты выбрать самые-самые-самые, да? Вот, мы были на многих конкурсах красоты вот у себя в городе, который проводим, мисс Метелица, вот, и понимаем, как сложно бывает, так сказать, прилиться в той или иной номинации. Вот, здесь вот мы уже были зрителями и думаем, ну как же они смогут, так сказать, определить. Поэтому что здесь, когда определяется победитель, каждый же считает, что его коллекция там, ну, наверное, претендует на звание лучшей. Вот, и люди надеются, что получат какую-то награду. Вот. Это творческие люди, они всегда ждут, так сказать, что они самые лучшие. Вот, ну, вот жюри есть жюри.
Нам оставалось им только сочувствовать, но ничего другого мы поделать не могли. У них был непростой выбор. Да, выбор был действительно очень непростой. 17 коллекций из разных регионов России. Это было 5, не менее 5 локов. То есть там тоже были свои критерии. Что такое? 5 выходов или что? Это 5 образов. То есть не менее 5 образов. От одного мастера. Да, от одного мастера. Это, конечно, композиция, это хореография оценивалась, это изготовление самих главных уборов. А, то есть с народными моделями еще и работали в этом смысле. Да, учили. Учили их презентовать. Угу. Вот были у нас команды, которые представляли коллекцию, так сказать, которые приезжали со своими людьми, то есть вот с одного города, привезли всех, все свои образы, так сказать, они уже обучены, и как бы они проходят. Вот. А были наши жители города Вятские Поляны, которые мы даже не думали, что они будут участвовать в этой проходке, показе коллекции. Вот. И узнавали, вау, наши идут, да еще как это была основная часть модели. О, сосед. Да, простые люди из-за станка выходили на сцену и, отчеканивая шаг по подиуму, показывали лучшие коллекции самых известных мастеров в области как раз вот декоративно-прикладного искусства. Угу. Нужно сказать, что мы объединили в этом году и любителей, и профессионалов, и они все достойно смотрелись на сцене. Угу. И Вятские Поляны, и Тюмень, и Москва, и Беларусь, и Казахстан, и разные регионы России – вот из Вятских Полян было 2 коллекции из 17. Мы их достойно показали, достойно представили. А можно по именам-то? Да, Людмила Храмова представила коллекцию «Бразилия». То есть это яркие перья, это красивое шоу. И Дарья Белых, которая представила коллекцию «Поля мира». То есть там показала многообразие культур разных регионов и разных континентов. Ну как в итоге жюри-то? Кому свои голоса отдала? Победителей? Кто победил в этом состязаний? Ну, по городам кто? Да. А второе место, почетное, серебряное, получила Ирина Гончарова. Это идейный вдохновитель прошлого года. В этом году она приехала со своей уникальной коллекцией под названием «Африка». Приехала из... Из города Москва. Из Москвы. Из Москвы. Да, угу. Да. Это художник по костюмам Петросян Шоу. Это известный дизайнер головных уборов. Это победительница конкурса «Шапо» в Москве в гостином дворе в 2016 году. И она заняла свое заслуженное второе место. Вот как-то вот так. А первое место заняла девушка Татьяна Оспищева, которая, в принципе, не приехала, а отправила свою коллекцию. Потому что у нее маленький ребенок, она совсем недавно стала молодая мамой. Мама. Угу. Молодая не мама. Не вырваться. Угу. Да, но ее коллекция заняла первое место и получила самый главный Откуда? Приз. Она откуда? Она из Подмосковья. Из Подмосковья, тоже московский. Чем она так покорила жюри? Что? Ее коллекция называлась «Испания», и на головных уборах были нарисованы картины известных художников. То есть ничего такие сделанные себе репродукции. Да, были определенные критерии, по которым жюри выбирало лучших из лучших. И вот один из критериев — это нестандартность подхода к изготовлению головных уборов. Вот. Прочувствовали. Хотя у каждого из нас было свое мнение, были свои победители, были свои фавориты. У меня лично были другие, так сказать. Mm-hmm. То есть вы бы голосовали иначе. Но мнение жюри есть мнение жюри. Ну, мы не имеем права его оспаривать. Mm-hmm. Было много спецпризов, спецдипломов. И нужно сказать, что очень большое количество коллекций и мастеров Игорь Иванович Шевченко пригласил в гостиный двор на показ, который состоится 6 сентября в рамках как раз выставки «Шапо». Угу. Вятско-полянские мастера тоже приглашены? И вятско-полянские мастера, и из других регионов. То есть это вот в продолжении истории мостов. То есть уже формируем одну общую историю. То есть Москва, Вятские Поляны, Касат становимся городами шляпников. То есть и это еще и деловая площадка, конечно, когда можно просто найти общих знакомых, зарядиться позитивом, энергетикой, какие-то новые идеи найти, обсудить какие-то вопросы деловые. Мы это почувствовали на себе, у нас появились новые контакты. Но новые. Вот этот мост, я думаю, что он был установлен уже, так сказать, в прошлом году, когда, значит, одна из участниц фестиваля показала коллекцию, она оказалась Вятско-Полянской, и к тому же она заняла первое место. Это Чугунова. Наталья, да. И когда она была приглашена в Москву, вот
там же проходит определенный формат, так сказать, ну, производители, модели, там, высокая мода и так далее. Вот. И когда вот, была представлена наша коллекция, так сказать, как-то отнеслись к этому, может быть, немножко настороженно, как это появились такой новый формат показа, коллекций. Ну, понятное дело, там все уже отточено, заточено. Да. Формат, а тут какие-то новички. Формат во многом. Провинциалы. Да, формат во многом коммерческий, если не ошибаюсь. Да, 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 числе, да. Там производственники в основном. Да. А в этом году случилось чудо, как бы Ирина Гончарова говорит, я, говорит, об этом мечтала. То есть Шапо меняет формат и будет разрешаться показ в другом формате, другой регламент. И, то есть коллекции, которые дизайнеры готовят сами интересные, они могут представить. Вот мы слушайте, такое большое событие российского международного уровня, получается, изменило формат вообще благодаря вот вашему фестивалю, получается. Ну, получается так. Так, у нас подошло время небольшой рекламы. Напомним, что у нас в гостях Валерий Смолюк и Олег Уваров. Это организаторы международного фестиваля «Шляп поля мира 2018», который несколько дней назад прошел и завершился в Вятских Полянах. Прервемся ненадолго и продолжим. Продолжаем дневной разворот. Гости наши Валерий Смолюк, Олег Уваров, организаторы международного фестиваля «Шляп в Вятских Полянах». Мы продолжаем говорить об этом, я бы сказала, очень большом, очень красивом событии. И у меня, знаете, какой вопрос? Ну, то есть вот мы говорим, презентовали такую коллекцию. Я понимаю, как они к вам попадают. Потом, значит, эти коллекции уезжают обратно к своим авторам, если мы говорим про коллекции иногородние. И что с ними дальше происходит? Как раз хотел об этом сказать, потому что, встречаясь с мастерами, мы понимаем сегодня, какое титанические усилия они прикладывают для того, чтобы эту коллекцию сделать. А у одного мастера уходит на это 2 месяца, а у другого 6 месяцев. Это коллекция одной минуты. То есть вот ради своей минуты славы на подиуме в Вятских Полянах они полгода отдают этой коллекции. И наша задача сделать все, чтобы их коллекции продолжали жить на разных площадках, в разных регионах и не только. Вот год назад, когда Наталья Чугунова заняла 1-е место, мы сделали все, чтобы она с этой коллекцией смогла побывать на разных уникальных мероприятиях. Мы ее презентовали на Russian Event Awards в нашей презентации. Мы ее возили в Великий Устюг, она там в Доме моды Деда Мороза была широкой публике представлена. Она ездила на фестиваль, на выставку Шапо в Москву, и были еще какие-то локальные площадки. Сегодня мы к такому сотрудничеству приглашаем и других мастеров, которые не заняли 1-е, 2-е или 3-е место, но их коллекции уникальны по-своему. Ну и еще раз повторюсь, связь Шапо в Москве, когда мы понимаем, что там уже нас видят, нас слышат, и коллекции, которые побывали в Вятских Полянах, они выйдут на подиум в Москве. Я бы еще такой момент сейчас хотел затронуть, организационный в том числе. Прозвучало много очень имен, да, известных в России, далеко за ее пределами. Вопрос взаимодействия, я имею в виду, с властями. Ведь руководство нашего региона, ну, уже давно, не первый год, заявляет о том, что оно заинтересовано, высказывает свою заинтересованность. Руководство меняется, заинтересованность остается, я бы так сказала. В развитии туризма, привлечении гостей, мастеров и так далее. Как в вашем, это декларируется, как в вашем случае сложилось взаимодействие с областной властью? Ну, я бы здесь как раз вот сказал о той маленькой ложке дегтя, которая всегда бывает в бочке меда, о том, что мы очень хотели видеть кого-то из региональных властей и считаем наши мероприятия масштабные и, ну, как минимум, регионального значения. Но, к сожалению, мы не смогли достучаться и доказать, что наш праздник, это мероприятие заслуживает, я не говорю про финансирование или про какие-то другие формы участия, но хотя бы приветственных слов со стороны региональных властей. И так вот, погодите, они вас не заметили, что ли, получается? То есть никто не приехал? Да, вот как из региона, так? Вот из Москвы приехали, из Казахстана приехали, из Канады, из Беларуси, из Канады приехали. Из Австралии? Да, из Австралии в этом году не было. Они декларировали о том, что хотят на будущий год приехать. Ну, вот из региональных властей, из областного центра, к сожалению, к нам никто не приехал. Видимо, дороги у нас еще не совсем хорошие. Ну, я бы хотел еще... Другая, вы знаете, это очень обидно. Я бы хотел еще вот сказать вот в другом смысле. Вот смотрите, когда мы видим, как бы,
красивый результат, так сказать, и результат эффективный, когда взаимодействует, так сказать, власть, там, вот, вместе там, с предпринимательством, с сообществами различными. Вот, яркий пример – Татарстан. Вот, там проходит событийка, так сказать, там организуется... Причем не только в Казани. Не только конечно, в Казани. Конечно, то есть взять охвачен весь города. Регион. Не просто вот. Событийка, там четкий план, график, когда, что. Да, да. И вот Геннадий Васильевич как раз приехал в Елабуги с одного мероприятия, и он говорит: ребят, я приехал к вам на 3 дня, вот, ну вот, вот я приехал в Елабуги. То есть есть же пример. То есть есть понимание того, что если власти обращают внимание на эти мероприятия, то такой симбиоз дает классный результат. И оживляется экономика. Значит, люди, приток новых идей, мыслей. Ну, то есть инвесторы все... заходят. Возможность пообщаться, конечно, да, можно, можно федеральные средства привлекать. Mm-hmm. Я вот, по-моему, недавно, совершенно день или два назад, читала по поводу сумм, которые Татарстан аккумулирует у себя, привлеченных из федерального бюджета, да, на развитие туризма. Там какие-то совершенно космические суммы. Так вот этому, я думаю, что как бы нужно учиться, и это понимая, нужно делать. А если мы не делаем и не учимся, так сказать, ну, тогда какая у нас перспектива? Я оптимист, на самом деле. Мне всегда говорят, ты ну, сумасшедший оптимист, так сказать. Вот. Я, конечно, с оптимизмом смотрю и на сегодняшнюю ситуацию, так сказать, и вот приглашения, которые были высланы в адрес правительства. А приглашения были? Ну, конечно же, я лично приглашал, так сказать, и губернатора. Вот. И, конечно, и когда вот мы вот дипломы участникам так вот подписывали, я говорю: Олег Николаевич, скажите, а где же здесь вот самое, ну вот хотя бы... Представители власти, так сказать, это ну, же... Да, ну да, кто-то должен поставить подпись. Вот, то есть, ну, хотя бы таким образом. Поэтому очень надеюсь, что все-таки они на нас обратят внимание, потому что в малых городах, так сказать, нужно побольше внимания ему уделять. Я вот сейчас просто прошу прощения у слушателей, может быть, за некую необъективность, но мне кажется, что в отношении Вятских Полян это правило должно работать тем более, ну, вот потому что у вас же, под да. боком Татарстан, где огромное количество событий проходит. Мы вроде бы боремся за туристов, мы вроде бы развиваем наши малые города. Нет, вообще, если Вятских Полянах вообще, есть смотреть общий территория... фон, да, что происходит да. в отношении Вятских Полян в последнее время, то есть вроде как внимание. Такое трепетное отношение вроде, и да, где? К городу. И где? И вот здесь как-то и, конечно, не срослось. На фоне таких моментов у нас возникает ощущение, а нужен ли региону вообще в принципе этот праздник, который собирает десятки тысяч людей, создает позитивное настроение в городе. Вот. И, конечно, мы об этом долго вот с Валерием дискутируем, думаем и пока не можем понять, то есть, что нужно сделать для того, чтобы региональная власть обратила внимание и проявила какой-то интерес к этому проекту, ну и какое-то участие, конечно, нам бы, конечно, ну, вообще для меня, конечно, это удивительно. Видеть. То есть я понимаю, что первые лица, условно, там губернатор мог не найти времени, может быть, там планы какие-то были, да, но у нас в правительстве области достаточное количество и замов работает, там, да, и профильных министров, ну, которые могли бы, уж кого-то они могли бы командировать, не так ну, далеко до вас ехать. Да, вот заодно вы и дороги проинспектировали. В прошлом году, так сказать, ну, были представители от власти, и так-то с высокой трибуны было заявлено, что классно, здорово, вы молодцы, мы обязательно вам поможем, мы обязательно вас поддержим. То есть, ну, вот нам поддержка такая, ну, вот хотя бы такая нужна, сказать, хоть приветственный адрес, вы, так сказать, ну, представители, зачитайте, пожалуйста. То есть, вот... То есть я так понимаю, что даже не было никакого письма, которое бы зачитали вот власти муниципальные, да? Но бывает же такая практика, да? Не смог приехать, прислал приветственную телеграмму. Но муниципальные власти нам благодарственные письма вручили. Спасибо им за это. Муниципальные-то власти молодцы, а вот областные-то не очень молодцы. Так, ладно, ну, будем надеяться, что наши руководители региона каким-то образом... Там уже пост фактум попытаются обозначить. История себя. Сегодня о позитивном празднике. И да. Действительно был очень позитивный, яркий праздник. 5 минут у нас остается, время бежит. Хотелось бы о планах поговорить. Да, в Вятских Полянах продолжает функционировать, мы упоминаем, музей шляп. Да, все планы верно. В отношении, конечно, конечно. Да, планы в отношении, это такая вот, это такой огонек жизни шляпной, да, думаю, который круглогодично такой... там. Да. Да. Мы ее называли туристической меккой, до сих пор также и считаем, и делаем все для того, чтобы как можно большее количество туристов, гостей, жителей нашего города посещали музей, и на базе этого музея мы проводим и мастер-классы, и интерактивные программы, то есть сегодня он живет, развивается, находит какие-то новые способы взаимодействия с посетителями.
посетителями. Так, интерактивные программы. Ищется музей в интернете просто. Набираешь, конечно, да, музей шляп в Вятских Полянах, выходишь на ваши, угу, на ваши координаты, и все это можно посмотреть. Угу. По поводу пополнения коллекции. Вы же люди-то неугомонные. Мы же вы же все время по экспедиции мотаетесь. В этом году, да, на Алтае вот уже побывали, да, весной, в мае. Да, все верно. У нас случилась алтайская экспедиция. Мы привезли 19 экспонатов. Мы начали, кроме головных уборов, еще собирать традиционные музыкальные инструменты. Это такой интерактив для посетителей. То есть мы позволяем... А, и можно, да, поиграть? Да, можно поиграть, ничего, попробовать. Себе. То есть вот токарины разного размера мы из Алтая привезли. Это действительно интересная такая обратная связь для посетителей. Ну и, конечно, фестиваль, он большое количество там головных уборов всегда собирает, потому что по условиям нашего конкурса один головной убор из коллекции мастера оставляют. Это тоже пополняет авторский, наши фонды. Авторский экземпляр, да? Обязательный, как в библиотеках книжный. Да, там. Ну и это экспедиции, которые мы регулярно совершаем. Это основной источник пополнения фондов. Это живое там прикосновение к культуре, к традициям, к обычаям тех регионов, куда мы едем. В планах? Да. В планах у нас очень много маршрутов. Я хотел еще сказать, что Альберт Хлюпин, вот, который был участником экспедиции «Круга света». Он тоже член нашей команды. Да, uh-huh. Вот, он сейчас снова у нас в музее. Вот, он работает сейчас на систематике, так сказать, всех экспонатов. Вятские Поляны вернулся. Да, вернулся. Да, да, это как бы такая очень радостная вещь. Вот, и обычно он разрабатывал маршруты, куда мы движемся, так сказать. Вот, сейчас мы тоже рассматриваем, так сказать, или это Монголия, или это Россия, или это Азия. Вот, ну, в частности, он там вот, все-таки вот у нас в Азию, так сказать, где он, так сказать, в Индии был. В общем, и, тянет его, да, туда, да, куда-то. Он как бы говорит, давайте, ребята, может, там столько, говорит, интересных головных уборов. Поэтому то есть вопрос... в любом случае это будет направление на восток от Кирова? Да, наверное, на все-таки восток. На восток. Да. Так, когда и какие тут факторы играют роль? А вот фестиваль прошел, у нас в планах собраться нашей дружной командой, обсудить планы, время и выбрать то самое эффективное направление, которое нам уже в ближайшее время позволит пополнить фонды. Угу. В общем, планы есть, в любом случае вы будете что-то конкретное. Но у нас скажем о них. Да, традиционно мы весной или зимой эти экспедиции совершаем. Давайте напомним еще раз, где находится в Вятских Полянах музей шляп. Посетить его можно круглогодично, в любой день. Напомним, когда выходные. Кроме понедельника. Кроме понедельника. Традиционный для музеев выходной день. Улица Ленина, дом 31. Сложно забыть. Ленина, 31, да. А что касается, кстати, по числу посетителей именно музея. Увеличивается, не увеличивается, например, на одном уровне. Откуда люди приезжают? Местные это все знают уже. 5 августа поток 600 человек платных было в музее. И, конечно, очень большое количество было приглашенных, которые просто приходили по бейджу, либо по приглашению. То есть, ну, это гости, которые это приехали. Гости, да, гости, туристы. Вот. Но в целом ежегодно нужно отметить, что количество туристов увеличивается, но все-таки основная аудитория — это дети, которые идут на интерактивы, то есть дни рождения, мастер-классы, какие-то программы, там, день именинника. Мы не стоим на месте, у нас в музее живут сказочные герои, девица-метелица, и они вместе со Снежкой. Да, все нормально, замечательно. Все. Да, жаркое было лето, просто Владимир беспокоится. Да. Да. Нет, сейчас просто готовится еще и новое место, где она должна будет, так сказать, новые опочивания. Строим новую резиденцию городскую. Новый терем. Метелицы, да. Новый у нее, она жила при музее, а теперь у нее будут свои отдельные владения. Хоромы. Да, уже с учетом потребностей и с учетом уже тех интерактивных программ, которые себя зарекомендовали, которые востребованы на рынке. Есть еще такой у меня вопрос. Не планируете ли вы в дальнейшем, я понимаю, что, может быть, это очень отдаленная перспектива, вывозить, скажем так, вашу коллекцию куда-то из Вятских Полян в большой мир? Ну вот, например, в Кирове какую-то выставку организовать. Именно экспозицию, да? Экспозицию, да. Конечно, планируем. Нас приглашают и в Киров, и в другие города. И уже вот на 6 сентября мы планируем музей вывести как раз на выставку «Шаповгость». В Москву? Да, в Москву. Она будет в этом году не в Гостином дворе, она будет на Красной Пресне. И вот в выставочном центре там, да? Да, в выставочном центре. И мы как раз в рамках этой выставки будем презентовать свой музей. Ну вот, такие планы. Собственно, спасибо. Да, завершается на этом время нашего общения с организаторами Международного фестиваля «Шляп. Поля мира 2018». Валерий Смолюк и Олег Уваров. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. До новых встреч. По итогам «Шапо» обязательно встретимся. До свидания. До свидания. До свидания.